Приветствую вас, Анастасия. Ну, если мы про свой предыдущий вопрос говорите, на который, в частности, я отвечал, то просто рискну предположить, что проблема там не решена, что проблема там довольно серьезная, и что вам, в общем-то, нужно работать дальше над этим. То есть, да, вы, конечно, спасибо вам большое за то, что вы выбрали мой ответ лучшим, но было бы гораздо лучше, если бы вы, значит, смотрели в сторону психотерапии, вот, а не ну, не в сторону вот, значит, снова и снова, да, ну, вопросы. А дальше. Значит, по поводу вашего, ну, того, что вас беспокоит, да, вот, я могу сказать так, что, на мой взгляд, вы сбегаете от реальности, то есть вот это... История про нерациональные страхи, эта история, она связана именно с тем, что вы избегаете реальности, а вы ее боитесь, на мой взгляд. Вот. И как бы в этом, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, в этом основная беда заключается. Понимаете? И, собственно, все вам вот с этим нужно работать. То есть увлечение паранормальным, страх перед каким-то нереальными вещами, да, мистификация. Все это избегание реальности. Вот. Понятно, что, ну, как бы, здесь, допустим, в рамках вот, ну, как бы, в рамках ответа, да, на вопрос, вот, на этот вопрос я не, как бы, ну, не буду говорить, чего именно вы избегаете. Ну, просто потому что, как бы, это неизвестно, вот, непонятно. И нужно разбираться с этим. Вот. Ну, примерно так. Вот, но в целом это избегание, именно вот избегание реальности. Избегание вот, той реальности, в которой вы живете. Вот. Вот так вот я могу вам ответить на вопрос. Дальше. Значит. Так, как быть с таким страхом? Как быть, это вопрос, я бы сказал, ничего не значащий, Анастасия. То есть, как быть, это вопрос без вопроса.
вы можете избавиться от этого страха, вы можете, ну, как бы, его начать прорабатывать, но вы вот, а можете оставаться и, как бы, пытаться с ним как-то выживать. Вот. Понимаете? Потому что, ну, как бы, вас смерть соседа в какой-то степени травмировала. В какой-то степени она вас потрясла. И у того, что она вас потрясла, есть причина. Ну, понимаете? Может быть, в вашей жизни сейчас довольно много всякого тяжелого, негативного, неприятного. Вы нашли такой вот способ от этого всего убежать. Может быть. Может быть, есть какие-то еще истории, на которые нужно обратить внимание. Повторюсь, нужен анализ, анализ вашей жизни. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.